Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Номер 81 на алгебра Макарыча в 7 класс. Автомобиль двигался Т-часов со скоростью 60 км в час и П-часов со скоростью 50 км в час. Какова средняя скорость автомобиля? Итак, узнаем, сколько часов был в пути автомобиль. Первый отрезок времени он проехал за Т-часов, второй за П-часов. Значит, он был всего в пути Т плюс П часов. Дальше. Чтобы узнать расстояние, которое преодолел автомобиль за это время, нам необходимо рассмотреть сумму отрезков пути, которые он ехал, каждый со своей скоростью. Первый отрезок будет 60, умноженное на Т. Второй отрезок 50, умноженное на П. Сумма этих данных нам даст расстояние, которое он проехал за все это время. Чтобы найти скорость, нам необходимо путь, весь проделанный автомобилем, поделить на количество часов, сколько он был в пути. Смотрим в числителе. Это значение представим в виде дроби, и в числителе будет 60t плюс 50p и деленное на t плюс p. Так вычисляется средняя скорость автомобиля. Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Посещайте наш канал и заглядывайте на наш сайт.